неугомонная. Опять поднялась, ни свет, ни заря. А когда щемоть? Просфоры-то кроме меня некому печь. И так не успеваю, сейчас дети проснутся. Матушка, извини, мне пора. Иди, иди. Я тебя в прихожей там собрала перекусить после заутренней. Спасибо. Вернусь? Как всегда поздно. Иду, иду, моя маленькая. Благословите, батюшка. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Случилось что? Мне бы поговорить с вами. Можно? Садитесь. Спасибо. Беда у меня, батюшка. Я, дура, сама во всем виновата. Вы мужа моего помните? Но он... церковь не часто ходит. Егор, ну как же помню. Это же он на Рождество Пресвятой Богородицы для алтаря розы прислал. Он хороший. Любит меня. А я... я другим увлеклась. Вы не подумайте, что я потому что... я не потому... просто... просто тут другой человек. Он... понимает меня как никто. Как будто 100 лет знакомы. Я не знаю, как он даже мысли мои читает. Понимаете, как будто родственные души. Муж знает? Да. Да. Я не стала скрывать. Егор спросил, и я все рассказала. А он что? Он как не в себе стал. Из дома меня выгнал. У мамы живой. Господи, я так не жалею. Я правда жалею. Я раскаиваюсь. Я не знаю, что мне делать теперь. Я звонила ему, писала, он не отвечает. Думаю, для прощения ему нужно какое-то время. Да, понимаю. А если он никогда... меня не простит. Батюшка, пожалуйста, поговорите с ним. Пожалуйста, поговорите, на вас одна надежда. Если он вас не послушает, я не знаю, что мне делать, как мне жить. Пожалуйста, поговорите с ним. Прошу вас. Хорошо. Хорошо, я пойду к нему. Правда? Обещаете? Да. Значит так, секаторы, тачки садовые, ну, как обычно. Ну, еще удобрения по накладной. Ничего не упустили? Вроде ничего. Здрасте. Здрасте. Знакомьтесь, мой деловой партнер Яров Николай Александрович. Ну, а это, как видите, Поп. Здрасте, батюшка. Рад знакомству. Здрасте, здрасте. Егор. Нам бы поговорить с тобой. Да я ведь... А мы как раз все дела закончили. Не буду мешать.
Кстати, если вам надо что-то для сада, обращайтесь. У меня свой магазин Долматова. Для вас очень скидка. Благодарствую. Как-нибудь зайду. Егор, да пойми же, семейная жизнь невозможна без прощения. Вам еще стареть рядом, вместе характерами портится, мучить друг друга болячками. А вот это вряд ли, что стареть вместе будет. Это пусть тот другой теперь с ней мучается. Глупости говоришь, Егор. Жена любит тебя, так же, как и ты ее. Я же вижу. Егор! Черт, да что вы? Что вы видите? Вам легко всем здесь прощать. А вот я, простите, не святой. Давно подозревал, что Маринка на сторону ходит. И, как видите, не ошибся. Доволен, что оказался прав. Счастлив. Можно я напоследок загадаю тебе загадку? Да ладно. Егор, послушай, пожалуйста. Двое людей попали в печную трубу. Один вылез с чистым лицом, а другой с лицом, испачканным сажей. Который, по-твоему, пошел умыться? В детском саду, что ли? Ну, какой? Который с грязным. Неверно. Тот, что с чистым. Потому что, когда оба выбрались из трубы, чистый посмотрел на грязного. И подумал, что сам тоже в саже. Подумай над этим. Блин, чистые ботинки испачкал. Привет. Всем привет. Привет. Вера, что у нас? Ну что, жертва задушена. Смерть наступила около 7 часов назад, ну а... Подробности покажет вскрытие. Да, ее убили явно не в этом парке, а перенесли откуда-то. А с чего ты взял? А посмотри на свои ботинки. Грязные у меня тоже, а у нее чистые. А знаешь, что еще? Обрати внимание на ее руки. А что с ними? Они все исколоты оброзом. Ну, если честно, я думаю, что цветочек – это прощальный подарок убийце. Здравствуйте. 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 Храни вас, Господи. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. 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 Простите, вы газетку не одолжите? Да, пожалуйста. Спасибо. Сорт Sunset Red. Я такие выращиваю. Ну и что? Какое это имеет отношение к Марине? Ее нашли на теле вашей жены. Когда вы в последний раз видели Марину? Неделю назад мы... Мы расстались. Жена изменяла вам? Да. Я давно подозревал ее, даже человека нанял, чтобы проследил. Кого наняли? Ковалев, бывший сотрудник ВОХРа. Я подумал, что если узнаю, с кем она изменяет, то пойму, почему. Ну как мы можем его отпустить, батюшка?
когда и постановление суда на арест имеется. И сами посудите, мотив есть, а алиби нету. Говорит, дома был и спал. А спит-то он теперь, как мы знаем, в гордом одиночестве. Послушай, Вань, ну не может никак Егор быть убийцей. Да почему же не может? Убийство из ревности, классика жанра. Да, Егор злился на Марину, обижался, но он уже готов был ее простить. Вань, можно мне его увидеть? Это все из-за моего упрямства и гордости. Я не смог с ней встретиться и поговорить. Егор, помнишь мою загадку? Про трубочистов? Мыться пошел тот, кто с чистым лицом. А вот и нет. Умылся тот, который грязный. Как это? На один вопрос часто бывает два ответа. Оба трубочиста выбираются из трубы, но смотрят не в лицо друг другу, а на свои руки. Чистый видит, что он в порядке, а грязный, что его ладони в саже. Поэтому идет мыться. Мне не надо смотреть на руки, чтобы понять, что они чистые. А Сачи снабжает цветами все магазины в городе. Убийца мог спокойно купить эту розу. Ну да, ну это ведь вроде как символ. И Сачи, как ни крути, цветовод. Ее могли положить специально, чтобы навести подозрение на мужа. Ну у меня тоже такой вариант был. Я даже хотел к частному детективу съездить. Где он живет? Институтская, 22. А какое фокусное расстояние? 300. Серьезная вещь. Разбираетесь? В универе по молодости увлекался. А это отмычки? И этим тоже увлекаетесь? Нет, Бог миловал. Понятно. Для согрева на вахте? Да. Будете? Спасибо, не буду. Что, религия запрещает? Да нет. Просто водку предпочитаю. А вы, батюшка, меня заинтриговали. Обязательно выпью с вами, если не откажетесь. Слышал, вы следили за Мариной Осачей? Да. Почти месяц. Следил, а кто любовником был, так и не выяснил. Вот. Вот кроме Топоркова никого так и не приметил. Парков. А кто это? Учитель английского. В одной школе с Осачей. Работает. Красавчик. Цветы дарил. Но более ни в чем замечен не был. Красивая женщина. Да. Жаль, не следил за ней в тот вечер. Может быть, жива бы осталась. Но вы же знаете, как эти замужние гуляют. Боюсь, мой опыт в этом вопросе весьма ограничен. А, ну да. Они ж как, в первой половине дня по хахалям ходят, а вечером дом, семья, все красиво. Вы так глубоко проникаете в чужие жизни. Что вы при этом чувствуете? А вы, батюшка, когда исповеди слушаете, что чувствуете? Так к священнику люди сами идут. А от вас, сыщиков, рады бы спрятаться. Ну, да разница небольшая. Мы ведь с вами в некотором смысле дополняем друг друга. Только наше дело вроде как Авгиевы конюшни найти, а ваша Поповская их чистить. Разве не так? Так.
Goodbye. 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 День добрый. Лейтенант Шерман, я расследую убийство вашей коллеги, Марины Осадчей. А, это? Ну, хорошо, только если возможно, побыстрее. Мне нужно готовиться к следующим занятиям. Хорошо, у меня к вам один вопрос. Скажите, а что вы делали в среду с 8 до 10 вечера? О, у меня был урок. Так поздно? Леонтьев, будешь так носиться по коридорам, заставлю драить класс после уроков. Понял? Посмотри в глаза. Иди пешком. Понимаете, по средам у меня частные занятия с сыном директора завода Андреем Кадышевым. Могу дать телефон? Нет, не надо, спасибо. О, еще что-нибудь? Нет, до свидания. Всего доброго. Совсем щербатые стали. Новые надо покупать. Дай-ка. Меня тут как раз один человек в свой магазин приглашал. Он садовый инвентарь продает. Обещал скидку. Скидка — это хорошо. А ехать-то далеко до него? Да нет. Тут рядом, в Долматово. Туда 16-я маршрутка ходит. Марину хорошо знали? Постольку поскольку. Я ведь в основном с Егором по бизнесу связан был. Понимаю. Скажите, вы в среду случайно по делам в город не выбирались? Да нет. Во вторник отвез заказ, а в среду уже дома остался. Понимаю. Супруге тоже нужно время уделять. Не все же делами заниматься. Если бы... Живу отче, как сыч без жены. Жалею сейчас, конечно. Да, чего ж там. Простите, я отвечу. Алло. Здравствуйте. Не могу ничего сказать. Не могу. Нет, не знаю. Хорошо, я подумаю. Ну, давайте решим этот вопрос потом. Сейчас я просто не готов ответить. Знаете, я давно заметил одну вещь. Изобилие тайн, которые люди пытаются скрыть, сложнее всего утаить чувства. Страх, ненависть, радость всегда выходят на поверхность. Но знаете, какое из чувств спрятать тяжелее всего? Нет. Любовь. Двойки по математике за последнюю неделю. Это как же надо было постараться, а? Дважды два, мам? Так это уже 4. А ты вообще помалкивай. Нет, Петр, ты о чем на уроках думаешь? Я, мам, стихи сочиняю. Вот если хочешь знать, я буду поэтом. Ах, поэтом. Не
Завидуй тому, кто силен и богат. За рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью, короткую, равную вздоху, обращайся, как с данной тебе, на прокат. Круто. Сам сочинил. Это Омар Хайям. Гениальный математик и поэт. Математика-то здесь зачем? Затем, что математика раскрывает секреты гармонии в поэтических текстах. Ну, да ладно. Об этом еще древние греки знали. А уж будущему поэту вроде тебя подавно надо ждать. Да, ой, сладкий, пойдем. Ну, показывай, что у тебя там. На теле жертвы были обнаружены ворсинки искусственного происхождения. Эксперты говорят, либо от ковра, либо от покрывала. Не густо. И больше никаких следов? Нет. Только вот цвет у этих ворсинок очень редкий. Фуксия вот называется. Это какой? Что-то типа фиолетового, но... Ну, ближе к малиновому. Благословите, отче. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Можно с вами поговорить? Да, конечно. На улице, если можно. Вижу, вы ее очень любили. Да. Больше жизни. Маришенька бывало раз в неделю приедет, а я все вспоминаю до следующей встречи. А она? О, она меня любила. Всем со мной делилась. Даже на плече у меня рыдала, когда у Егора бизнес чуть не прогорел. Ну я что? Помог, конечно. Егор это оценил и относился ко мне со всей душой. Даже так? Ну, конечно. Он, когда уезжал, просил присмотреть за ней, помочь. Вы позволите, я задам вам прямой вопрос? Конечно, батюшка. Марина Асачи была вашей любовницей? Любовницей? Отче, да как вы могли подумать такое? Любовница. Да не любовница она мне была, а родная и единственная дочь. Дочь? Может быть, к врачу? Нет. Видите ли, много лет назад мать Марины забеременела от меня, а замуж решила выйти за другого. Я, конечно, тоже виноват. Тогда я поклялся молчать и годами все носил себе, носил. Но... Ну что? Не выдержал и все рассказал дочери. А что она? Маришенька меня приняла, только никому не говорила об этом. Тяжело, наверное. Тяжело, батюшка. Раньше тяжело было. А теперь, когда она умерла, что-то совсем немоготу стало. Спасибо вам, что выслушали меня. Легче на душе стало намного. Ну вот хорошо. Вы приходите ко мне, я буду вас ждать. Спасибо вам. Да, вот вам.
полетели. Зима скоро. Зима. Ну, что такое? Матушка, можно мне выйти? Нет, ну, мы так вообще не закончим. Жди окончания репетиции. И... Здравствуйте. И тебе не хворать. Если ты к батюшке, его нет. А, матушка Валентина, я... Это... В хор хотел попробоваться. В хор? Ну, становись, попробуйся. Собрались все. Давайте с распевочки. Простите, видимо, Бог не дал таланта к пению. Иди, Ваня, иди. Доброго дня. Доброго. Простите, что отвлекаю. Но ваша покойная коллега Марина Осадчо была моей прихожанкой. И что с того? Я следствию уже все рассказал. У меня алиби. Я был на уроке с Андреем Кадышевым. Так что, батюшка, сори. Just a moment, please. Я не по этому вопросу. Вас с Мариной, кажется, связывали какие-то отношения. Вот именно какие-то. Непонятно какие. Цветы брала, а нос воротила. Сама не знала, чего хотела. А вы? А мне, знаете ли, с бабскими тараканами разбираться некогда. Извините, я тороплюсь. Ставить не хочет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, подскажите, где Андрея Кадышева найти? А вон там мяч играет. Спасибо. Никому не хочет ставить. Вообще. Андрей? Здравствуй. Здрасте. Андрей, давай пари. Я ловлю 5 твоих пенальти, а ты мне отвечаешь честно на один вопрос. Идет? Ну, идет. Давай. Был ли у тебя в прошлую среду урок с Топорошей? Ну, вообще-то нет. У нас с ним как бы уговор. Уговор? Интересно, какой? Ну, меня батя напрягает с этим инглишем, и мы договорились, что из 2 занятий в неделю одно я прогуливаю. Ага. И волки сыты, и овцы целы. Угу. Топороша деньги за 2 занятия берет, а мучает меня только раз в неделю. Послушайте, ну какая разница? Я же говорю вам, по личным делам. Разница есть. Личные дела – это дама сердца, что ли? Нет, не совсем. Ну, скажем так, я был на одной процедуре. У врача? Нет. Скорее, эстетического толка. Какого эстетического толка? О, Господи. Ну, хорошо. Я был на маникюре. На
Где? На маникюре. Батюшка, Топорков убил, зуб даем. Липовое у него алиби, говорит, он маникюр делал. Ага, кто ему поверит? Быть можно дельным человеком. И думать о красе ногтей. Чего? Ничего, извини, мне пора. Знаете, мне не дает покоя это дело. Не верю я, что Марину Осадчу убил муж. Кофе? Не откажусь. Понимаете, я священник. Мне ли не знать разницы между скорбью и покаянием? А что, есть разница? Огромная. Егор не убийца, который кается. Он сожалеет, что вовремя не помирился с любимой женой. Тогда получается этот. Нет, не получается. Марина любила того человека, а Топоркова она полюбить бы не смогла. Слишком мелок. Ну, женское сердце – загадка. Ну, видите ли, Марина мне призналась, тот мужчина понимал ее как никто. А наш Топорков не самого большого ума и тонкости человек. Дороже. Есть кто-то третий. Марина была умна, добра, эмоциональна и очень хороша собой. Когда весь день следуешь по пятам за такой женщиной, не мудрено и влюбиться. Кто изучил все ее привычки, тому легко подстроить случайную встречу. Вам помочь? И кто может быть более понимающим, чем человек, у которого есть на тебя полное досье? Но Марину мучает угрызение совести. Расставшись с мужем, она начинает понимать, что потеряла. Она решает порвать с поклонником. Спор переходит в потасовку. Гнев и ревность захлестнули вас. Когда вы пришли в себя, она была мертва. Вы знали, как замести следы и подставить невиновного. А вы, батюшка, фантазер. Думаете? Думаю, что кроме ваших бредней, полиции нужны еще и доказательства. Еще кофе? Нет, спасибо. Точно? Не Топорков? Да точно. Проверил я его алиби. Все подтвердилось. На маникюре он был. Чего? Я все выяснил. Массаж рук, удаление заусенцев, полировка ногтей и полная релаксация делов на 2 часа.
Полная релаксация? Интересуетесь, шеф? Я интересуюсь Ковалевым. Ладно, хватит тут. Давай, что там по Ковалеву? Ну, значит так, конфисковали моего плед, сравнили с ворсинками, обнаруженными на одежде убитой. Ну, давай, рожай уже. Совпадает? Что? На пледе Ковалева обнаружили что-нибудь, указывающее на контакт с трупом? Нет. Я не знаю, видимо, он постирать успел, гад. Но убийца точно он. Да таких пледов по всему городу 200 раз за штуку. Полистер, китайское производство. Вот они у нас тут в каждом доме. Олег Павлович, ну, ведь все равно улика. С такой сопливой уликой любой адвокат камня на камне от обвинения не оставит. Начинай думать башкой, Шерман. Начинай. Иди, Вань. Видите? Вот и батюшка говорит, что они... Опять батюшка? Нет, я уверен, что роза, найденная на теле Осачей, срезана с куста Ковалева. Прошу разрешения на тест ДНК. ДНК розы? Ну да, чтобы подтвердить их идентичность. Розы в саду Ковалева точно такие, как эта. А что? Ну, можно, конечно, пожалуй. Только оставь мне эти свои цветочки, я их сам в лабораторию отнесу. Спасибо, шеф. Вот настырный поп, а? Что, можно попробовать? Ну, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вызывали? Да. Здравствуйте, проходите. Вот сюда садитесь, пожалуйста. Спасибо. Ну что же. Анализ изъятого у вас пледа и частиц, найденных на одежде Марины Осачей, покойной, показал их полную идентичность. Ну что ж, я думаю, пришло время сознаться. У меня действительно были отношения с гражданкой Осачей. Каюсь. Но убойный секс и убойная статья, простите за каламбур, еще не одно и то же, верно? Ну да. Это мотив. Хорошо. А доказательства? Тест на ДНК показал, что роза, найденная на месте преступления, не росла в теплицах Осадчего, а была срезана в вашем саду, господин Ковалев. Вы уж нас простите.
Я надеюсь, мое чистосердечное признание будет учтено. Скажите, батюшка, а вы его когда подозревать стали? Да, и не подозревал его вовсе. Только фотографий Марийных у него было слишком много. Да и ракурсы... А что с ними не так? Видишь ли, так не снимает объект слежки. Так фотографирует любимую женщину. Действительно. Ну, а когда мне эта ворсинка попала цвета... Фуксии. Тут уж и вовсе все сомнения отпали. Крязь эта ворсинка просто так не пристанет. А это еще почему? А ты подумай, Ваня. Олег Павлович, ну вы у нас ведь просто... Что, зубр? Бизон. Скажите, а я думал, так быстро экспертизу провести нельзя. Правильно думал, нельзя. Тогда как же? Да липа вся эта ваша экспертиза. Блеф от начала и до конца. Подождите, а как же улики и ДНК? Да вот так же. По ДНК растениям можно определить только сорт и вид. А тот это куст или другой определить нельзя. То есть как это? Да вот так это. То есть, получается, я зря порвал джинсы об забор, да? А я тебе грех воровства отмаливал. Нет, ничего не зря. Во-первых, признание у нас в кармане. Так что молодцы, отлично поработали. Зря. Да иди уж. Заждалась, поди, Ульяна-то. А вы откуда знаете? А ты подумай, Ваня, подумай. Ладно, я побегу. Велосипед не забудьте. Не знаю, как и благодарить вас, батюшка, если бы не вы. А вот меня благодарить не стоит. Господа благодари. На все воля его. Только Марину уже не вернуть. Егор, помнишь, что я тебе говорил о прощении? Как не помнить? Теперь тебе нужно простить самого себя. Не знаю. Это еще сложнее. Но сделать это надо, чтобы не впасть в другой тяжкий грех. Грех уныния.